Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Это видео по крану Faucet Crypto. Это мультикран, очень много криптовалюты. Здесь очень произошли большие изменения. Хочу показать вам, что здесь у нас произошло. Здесь админ все химичит что-то и улучшает все каждый день буквально. Значит, когда вы зайдете на кран, у вас будет просто вот пустая вот эта такая страничка. Значит, он сделал что? Значит, просмотр, интервал сейчас вот, это лично у меня, вообще 5 минут как бы было. А вот лично у меня, тут зависит от уровня и опыта. Значит, вот лично у меня 8 минут, и интервал тут 18 секунд до следующего клейма. Ну, на следующую криптовалютку. Значит, вот сделал он, как бы, да, вот такой вот. Здесь информация о новой криптовалюте, которую вот админ добавил. И что? Появился уровень. Вот у меня сейчас 27 уровень и 523 опыта. И у меня сейчас, я вот собираю криптовалюту, так, смотрите, вот, и вот это 6,75 плюс, вот я, например, собрала криптовалюту, мне там дали, например, определенную сумму, и от этой определенной суммы плюс 6,75% к сумме. Еще мне вот этой криптовалюты вдобавок, как бы, это все с каждым уровнем и вот этим опытом, она все повышается, как бы, и вот у меня вот на данный момент столько. Далее, что? Вот это не по... У вас здесь вот этого не будет ничего. Это я занесла, как бы, в фавориты, или как там называется все. Именно какую я криптовалюту собираю. Вот Market Cash, Stratis, Minex Coin. Вот у меня Stratis 150 тысяч. Это я уже могу выводить. Ну, как бы я собираю кучкой, да? Так, Minex Coin. Далее Red Coin и Croissetel Coin. Ну да ладно, это лично я вот собираю такую криптовалютку. Значит, вот здесь у нас есть внутри кабинета сделали чат. Можно общаться в чате. Бывает, админ отвечает, как бы. А так все участники, как бы, вот у кого-то опыта 811 кто-то. У кого-то, смотрите, 1522. Ну, вот общаются люди, как бы, между собой. Ну, на крестик нажать, чтобы он не мешал. И закрыть. Далее, чтобы вот взять вот эту криптовалюту, здесь что, смотрите, вот шапка, наводите как бы мышкой сюда, вот дашборд, вот это наша страничка. Далее сейчас пройдемся по вкладочкам новым. Значит, вот здесь нажимаем на эту вкладочку, здесь вся криптовалюта находится. Хотите, собирайте всю. Без разницы. Хотите какую-то одну. Сейчас раничка обновится. И вот наша вся криптовалюта. Смотрите. Вот я... Вот здесь, видите, звездочка, она как бы зарисована. Вот я нажала на эту звездочку, она мне, ну, как бы, на дашборд ко мне, чтобы мне здесь не путаться среди них. Вот если я нажму на эту звездочку, она как бы пойдет ко мне на дашборд. Я ее буду, типа, собирать. И вот, смотрите, Pura, PVX, ну, в общем, так, вот если вот красный значок вот здесь, это... Криптовалюта собирается непосредственно на кошелек. Вот красный такой значок. Не на Faucet Hub, а на кошелек. Вот очень много, смотрите, вот такой валюты. Мне она очень интересна. И далее еще идет криптовалюта на Faucet Hub. Это все. Вот. Опускаемся ниже. Так что мне. Угу. А вот смотрите, видите, вот биткоин.
биткоры, блэккоин можно как на FaucetHub, но там при выводе надо ставить, куда вы, на кошелек или на FaucetHub. Остальная вот, и это тоже туда и сюда. Это на FaucetHub, тоже на FaucetHub. Далее давайте поднимемся чуть ниже. Вот Dogecoin. Вот у меня на балансе 0,0202 монеты. Давайте я соберу, попробую на FaucetHub вывести. Сейчас монетку. И покажу, как ее собирать. Тут все очень легко и просто. Вот то, что на FaucetHub можно собрал, вывел, собрал, вывел. Она напрямую идет на FaucetHub. А то, что на кошелек напрямую, там от 5 до 10 минут идет вывод. Вот. И, как я поняла, еще от суммы. Чем если больше сумма, возможно, может быть как бы и подольше. Но тем не менее, проект исправно платит. Значит, 7, 10, 3. 7. 10, 3, GetReward. Перебрасывать на страничку, где надо будет опять разгадывать капчу. Вот идет отсчет времени. Опа. Это я. Так, секундочку. Отсчет секунд прошел. Нажимаем на красную вкладочку. Реклама может, она обновляется. Я вам сейчас тоже все это покажу. И посмотрите, вот мне начислили 0,14 догов, да? И плюс, смотрите, 0,01 дог. Это 6,75. Вот процент. Видите, это вот мне еще довесок к моей сумме, что я собрала. Плюс еще мне добавили как бы бонус. Вот. Нажимаю. Так, теперь я что? Давайте теперь выведем вот эти доги сразу на FaucetHub. Я вот иду опять я сюда, потому что она у меня не занесена. Я выведу оттуда же, как бы поставлю на вывод. И пройдем на FaucetHub и посмотрим. Так, опускаюсь ниже, ищем доги. Вот, видите, идет отсчет времени. Здесь нажимаю WinDraft. И вот здесь WinDraft, как бы, да? Выводим. Сейчас загрузится. Разгадываем такую незатейливую капчу. Нажимаю WinDraft. Вот FaucetHub, видите? Все, мои монетки ушли сразу же на FaucetHub. Так, переходим на FaucetHub. Я перезагружаю страничку. Вот доги Faucet Crypto. Доги пришли на вот только JustNov. Только что с крана пришли на FaucetHub, да? Как я уже сказала, на FaucetHub кран платит сразу же, собрал, вывел. Далее, здесь вы, как я уже сказала, выбираете, какая вам криптовалюта по вкусу, по нраву. Хотите всю, можно. А всю почему? Потому что ее можно потом обменивать на одну какую-то криптовалюту. Сейчас тоже вам покажу.
Вот. Нажимаете вот на этот, чтобы вам удобнее, как бы вот то, что мне удобнее. Вот я на эту звездочку нажала, на эту звездочку, чтобы она у меня как бы в отдельности была, да? И чтобы она не путляться здесь между криптовалют. Далее, вот здесь что у нас? Бывает реклама. Вот вы собираете, собрали, разгадали капчу, и у вас может выскочить, появиться такое окно. И будет красным написано, что поменять шортинг. Это реклама. Вот здесь шортинг. Нажимаете сюда. Это значит, нужно смотреть. Значит, реклама закончилась, потому что все краны работают за счет рекламы. Мы это все знаем, кто сидит на кранах. Вот у меня сейчас вот это включено. Видите, везде ну, как бы no стоят, а это стоит yes. Вот у меня 24 рекламы. Вот это закроет, как бы я 24 клейма сделаю, да? Соберу криптовалюту. У меня появится такое окошко, что мне нужно пройти вот сюда и поменять. Вот здесь нажмете, у вас появится здесь тогда no. И где вот будут вот цифры, где вот есть реклама. Надо, чтобы yes было. Да? Вот я сейчас вот эту, например, нажму. У меня здесь сейчас появится no. Спускаемся ниже. Видите, стало no. Вот только здесь yes. Далее, что здесь есть еще обмен? Появился. Тоже хорошая вещь, полезная. Я уже тут все наменялось, и у меня уже это все перегорело, как бы. А поначалу все чисто там меняла, набирала. Здесь обмен. Можно собирать всю криптовалюту, а потом на одну конкретную какую-то менять. Значит, вот, например, что вы хотите поменять, да? Ой, ну что, давайте, например, вот у меня есть Crystal Coin, да? Нажимаете Sell. Вы выбираете какую-то другую, чтобы... Я обменивать как бы не буду, я чисто вам покажу только, как это делается, потому что мне это не надо. И что сейчас? Загрузится, опустимся чуть ниже. Смотрите, вот я выбрала, например, вот монетку, да? А вот здесь нажимаете вот на этот треугольничек, и у вас появляется любая криптовалюта. Значит, я вот эту монетку, которую я выбрала, вот на что вы хотите ее поменять. Например, да? Вот здесь и Stratis, и Minex, и Bitcoin Hash, и Bitcoin, и Bitcore. Вот, например, на Bitcoin, если вы захотите там что-то поменять. Вот, например, вот моя вот эта сумма, если я вот сюда нажму, у меня будет 80 сатошиков. Вот эта сумма равна 80 сатошиков. И также на любую другую. Например, Доги, да? Доги Коин. И вот у меня вот эта сумма будет равна 1,75 доги коинов, если вот сюда нажмешь. Ну а остальное тут как бы что еще? Это обмен. Здесь будет находиться партнерская ссылочка. Свою оставлю под видео. Здесь валет прописываете все адреса. Вот, у меня можно, как бы, кто на Faucet Hub, естественно, чтобы кошельки были привязаны к Faucet Hub. И это вывод криптовалюты. Так, далее. Здесь что у нас? Здесь Виндра History. Ваша история вывода. Вот. Тоже, вот она на этой неделе только появилась. Этого всего как бы и не было. Значит, вот это моя история вывода. Вот я очень много здесь всего. Я вот каждый день я вишу над нем, в нем бесконечно.
Вот, Виндраф Хистри. Это все, что я отсюда вот выводила. Видите? Очень всего много, много, много. Вот. Ну, я в основном что? Стратис. И я пинки выводила. И Сускоин. Это все у меня на биржу. Я выводила Леви Коин. А вот на Faucet Hub. Видите, вот тут другое. Как бы. Вот. Я в основном как бы собираю свою монету, которая мне надо, которая мне интересна, которая мне приносит доход. Вот. Вот на Faucet Hub я тоже выводила. Вот, а в основном вот так вот. Зависло. Вот. Вот такая вот. Ну и десеттинг. Ну и выход. Вот такой вот кран. Столько много изменений. Вот. Не знаю уже, что тут еще можно придумать. Вот эта монетка, она находится на техническом обслуживании. Это все можно перевести. Как бы и все почитать. Вот. Ну что, видео затянулось уже 16 минут. На этом заканчиваю. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Вот. До новых встреч.